Здорово! Ну что, сегодня мы снова с вами сыграем в режим Dota No Limit, который недавно обновился, и теперь у большинства героев при прокачке на определенном уровне скилла, там, то есть это где-то 30-й, где-то 10-й, появляется какая-то дополнительная особенность. Например, у Баратрома, как мы затестили, если прокачать скилл разгона 30 и больше, у него появляется активка, активка на свойство на этом скилле, что мне не нужна цель разбега. Я ее просто нажимаю и начинаю носиться, как бешеный по всей карте. Выглядит очень забавно, вот, поэтому я предлагаю вам всем усаживаться поудобнее, всем запастись. Ну, мы на Бартруме играем, наверное, сегодня вкусняшками пенными всякими, да? Ну и приятного просмотра, сейчас будет весело. Они рядом. Давайте инвокера. Ёб твою мать, это что сейчас было? Это, друзья, Dota No Limit. И на первом уровне шейкер дает эхо слэм по пятерым. Хорош. Просто хорош. Добивайте их. Блин, у меня баши, конечно, нету. Шейкер красавчик. Пейте. У меня 5 секунд. Хорошо. Ладно, это было красиво. Это было идеальное начало для того, чтобы вам посмотреть небольшую рекламную интеграцию, и мы продолжим. В доте добавляют 4-й акт павшей короны, а я даже 3-й еще не прошел. Лайк, если жизом. Но вот что я точно не хочу пропустить, так это черную пятницу на тесте. Пока ты смотришь это видео, на тестиках уже стартанул самый жирный ивент года, черная пятница. Тут можно поймать топовые пиксели для твоего инвокера, ну или не только, по цене, от которой у дядюшки Гейба глаза на лоб полезут. Например, есть сундук мультикаст. Открываешь один раз, забираешь сразу 4 вещи. И не какой-нибудь мусор, а аркан, ультраредкие сеты и другие крутые крутяшки. А еще есть мультификс. Он гарантирует 3 вещи с каждого прокрута. Вот сами зацените. Надумал пополнить баланс? Тогда обязательно загляни в офферы. Ты покупаешь оффер, а его стоимость падает на баланс, так еще и с целым вагоном бонусов. Лично я беру только офферы. А если и ты хочешь поймать топовый дроп, то действуй, ставь видео на паузу, введи мой промокод, который видишь на экране, и получай 15% бонуса и сундук в подарок. Все ссылки и промо будут под видео. Залетай на черную пятницу тесте и лутай, пока есть такая возможность. Спасибо большое, что посмотрели рекламку, друзья. А что хочу сказать? Начало мощное. Так, ВК здесь, пак здесь, этот в мид. А, подожди, я с ВК стою? Я с станом. Давай. Нормально, пообщаемся тут с ребятами. Я бы даже сказал, это было взрывное начало. Да, максимально. Устроил тряску. Я ожидал 5-го. А подождите, какой уровень? 5-го, в смысле, я понял. Я хотел 5-ых. Тогда. Господи, с этим. Так, сейчас настройки, атаковать. Блин, забываю вечно поменять эту настройку. Кликаю по своим крипам, чтобы их добить. А у меня не стоит атаковать. Опа. Блин, вот единственная проблема, мне нужен очень большой уровень. Давай на блокера. Давай. Нифига он. Я умер. А мы убили его. Давай я его стоплю. А, нифига он. Чего? Он улетел? Ты какой? Гений. Просто реально гений. Так, я тогда скиллпоинт сейчас тратить не буду. Хотя, на самом деле, мне бы баш. И баш. Давай, вот, добивай. Не могу, нечем. Надо стики купить. Обязательно прям. О, кстати. О, нифига, близко было как. Стики тут работают по всей карте. И сумасшедшим образом. Они стакаются бесконечно, друзья. А между делом, пока вот идет все вот это небольшое развитие, небольшая информация для вас. Во-первых, всем крайне рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю абсолютно все ссылки на абсолютно все кастомки, по которым выходят абсолютно все видосы. Вот такой вот абсолютный. И следующее, как вы видите, у нас над картой есть такой небольшой сбор. Мы сейчас вот все финансы, которые были на создание нашей личной имбокастомки, уже вложены. Вот, поэтому очень много людей уже поиграли в нее. Ну, те, кто имеет подписочку на Boosty. Вот. И если вы хотите как-то поддержать и увидеть проект от имбошоу лично, то всегда можете поучаствовать в поддержке на баш на Boosty. Ссылочки есть все в описании, друзья. Будет прекрасно.
как сложно в этих всех замесах все это делать. В общем, огромное спасибо вот всем тем ребятам, которые сейчас вот слева вывожу, за то, что нам уже внесли свой вклад. Вот. Ну, короче, имейте в виду. Кастомку там просто она каждый день обрастает колоссальным количеством кода. Не скажу, что это будет супер что-то грандиозное, потому что все-таки мой первый проект. Вот. Но будет весело и интересно на все это посмотреть. И я очень-очень надеюсь и рассчитываю, что у меня получится ее вам показать хотя бы до Нового года. Да нет, до Нового года мы точно рабочий билд дропнем. Рабочий билд дропнем и будем играть уже в нашу кастомочку. А потом она будет только обрастать все больше и больше контентом. Так что у нас там тепарочка четвертая. Туда-сюда бегать я смысла не вижу. Сейчас крипакс. Давай, я мне третий уровень апну и убьем, короче, чайка. Очень быстро. У меня вот стан в 3, 105 урона. Я ульту взял на единичку, чтобы просто его смещать. Ну, о, все, на третий. Сторону. Можем убивать, можем убивать. Он под вышкой стоит, не забывай, там вышка очень больно делает. И она плюс там инвокер в кустах. Давай, давай лучше ошибку подождем какую-то. Давай, окей. Там инвокер фотографирует, крипам они не подходят. Ты смотри, какой злой. Ну, вообще забой. На тебе. Я не продамажу, просто продамажу. Я продамажу его. Видишь, у него отлетает лицо. А ты нифига ты там через этот, через стан раскачался. Прикольно. Там Риза купу Дарксиры 17 гранаток. 17 гранат. Что за жесть? А как левел фармить, мне интересно? Он в Counter-Strike играет? Блин, видимо. Очень хочу вот так сделать. Мужики, а что, не с вами лететь? Не, нет, не проблема. Хорошо. Не спасибо. Зря. Палка. А что, дальше хотим? Ага, а понял. Понял, хотим. Варде ломает. Ах ты ж негодяй, вот это было смело. Слушай, брат, но у меня скорость передвижения больше, чем у тебя. Да дай хоть один баш. Пацаны, за ваш файт я 20 стиков получил. Но вы лучшие. У нас варды теперь тут стоят. Неплохо. Дима достал все варды ломать. Ну, у меня 6 секунд разбега, и я, в принципе, готов вернуться взад, в смысле вниз. Угу, давай. Я вокера хочу как раз убить, он вот он. Бегу. Давай. Я жду, когда ты прилетишь. Ну, я медленно, подхожу. Но уверенно. Давай. Пробегаю в твою сторону. Но он уже видит. Он видит, что я взял на него разбег. Поэтому я отменил разбег. Смысла нету. Да ты там, по идее, за один стан будешь убивать людей. Ну я так и хочу, да. Я уже придумал себе линзу купить сейчас и все, и кайфовать. Неплохо ты устроился. Да, что-то у меня вообще. Надо какой-то инвест себе сразу взять. Вот, небольшой погон дам. Небольшой. Дай, здесь. Гурмана будет заканчиваться. От души, просто. От души. Так, ну сейчас полетят комментарии за мой last hit. Собственно, как всегда. Но он с подвышки вообще не выходит. Да он вообще офигел. Давай я вот подвышку убьем, чтобы вообще в шоке был. Давай. Давай, давай, я ready. Лети, лети на него. А там еще кто-то был. Да ничего страшного, все. Он вил, он твой. О, вил. Не попал. Вообще все супер. Клопа идет. Пацаны, напоминаю, 7 минута очень важная руна. Где? Так, бегу в клопу. Очень важно, мудро. Беги. Тут очень весело. Надо наверх. ВК, надо наверх. Тут прям. Руну бы. Ну, ладно. Слишком фидим, ребятушки. Они все Тимой вместе ходят, не можем. Идут. Я не забрал. Не догоню там уже. Давай его. Ой, нифига он. Тихо. Блин, я, короче, покупаю еще один ботинок. Он тут сверху стоит. Капец, он под подстава. Что происходит? Живи, Влад. Я хочу МК убить. Сука. Что это за замесы? А мы опять играем
вдвоем, четвером, троем. Ну, ладно, байбек. Давай. Нечестно. Это был так себе ультимейт, на самом деле. Это величайший ультимейт. Мне очень понравилось это. А он вообще не делает. Да как ты это делаешь? Он вообще там гений. Ну, она умрет, она умрет. Тепорка умрет. Должна умереть. Зачем ты меня стопишь? Хорошо. Найс. А тут еще. О, МК, МК, МК. Убьем? Сколько у МК там сапогов? На себя байчу. Три здесь еще могут быть несколько. На еще ману. Так, секунду. Я хочу максимально прокачать тотемчик. Давай. Ой, чего он? Соло? Как все вовремя происходит? То звонки, то еще что-то. На, не хотим копу? Хотим. Бегу. Но у него блинк. Тут сало надо. А ты без пассивки играешь? Блин, ну она под вышкой. Бакада. Так надо. Надо кокверка. Ай-яй-яй, кокверк. Симфония скиллов. Меня вышка очень больно делает. Улетел домой. Это, мне 7 уровень хочу апнуть себе. Очень хочу. Все выжили? Почти. Ну почти, минус 2. Все выжили, да, согласен. Инвокер снизу, можно на инвокера что-то сделать. ВК. У тебя есть ТП на инвокера вниз? Сейчас ТП нету, будет, я будет, понял. Будет. Давай. Я уже лечу. Хороший стан. Я байчу. Пусть идет. Мужчина. Улетел. Неплохо. Байбек. Плюс он гений. Да, это было мощно. ГГ. Ой, как этих крипов добивать. Давай еще пару сапогов не слышу писи. Я хочу инвиз все взять. О, МК. Где? Вот. Я бегу. Хорош. Это смешно, как он отлетает просто. Жесть. Так, я самый прикол в том, что я еще и на лоу хп это делал. Ну тебе, кстати, подхилит, потому что у тебя там и стрик нормально уже, и то и все. Ну какой стрик? Один. Тоже неплохо. Кокверк не отпускает, я понял. Я добью. Я тебя оставил. Спасибо. Не ори на меня, мать! Не ори на мать. Я пытался уйти. Ой, ладно, это весело. Так, теперь нужен аганим. Так, а мне нужна... Подожди, аганим... Аганим мне не то даст. Мне нужен шард. Мне нужно, чтобы вы больше файтились. У меня стики не держаются, ребят. Нормально там устроился. Ой, байбекну с собой на самом деле. Так, напарка через мелт. Голды не могу найти. Это через палку. Тут все стабильно. Вокер через экзерт. Но тут через стяжку. Он далеко отбежал. Я не говорю. Слушайте, у нас клокверк на самом деле такую грязь может делать. Он батарейками там лица ломает, как сумасшедший. 30-й нужен, нечестно. Готов давай, взять разбег. Я ВК саппорт. О, смотрите. Давай на кого-нибудь. Вот, на него. 10-й уровень. Дал. Да ё-моё. Опять на меня. А он вообще, походу, сам умрет, Влад. Смотри, стихи, нечестно. Ой-ой-ой. Успеть добежать? Ай, добежал. Больно. Кайф. Застелился, понятно. Стилят. Найс. А на КВП соло. Как-то своеобразно идет. Я, короче, все-таки буду максить разбег, чтобы получить как можно быстрее вот этот вот новый скилл.
не буду вот прокачивать там пассивочки, вот это вот докачивать. О, вот 30 уровень сделаю разбега, а потом будем пассивки и прочее. Мне это, правда, особо не скейлит по дэмэджу, к сожалению. Ну ладно. Я рядом. Там, боже, не как надо, больно тогда и ударить. Хорош. Вот, вот еще бы 43 голды. А я могу сапог продать? Не могу. Да, сейчас рядом буду. Не. Гост есть, если что. У тебя, ладно. У тебя, если что, есть. Да я на вторую. У меня вторая жизнь сейчас будет еще. Ладно, братишка. А в смысле, ты ж не прокачал? Я сейчас вкачну. Хочу, чтобы у меня она была. Показать, показать. Бегу. Хорош. Я протупил, я дал спел, и мне маны не хватило. Ой, блин. Боже, эти байбеки. Это жесть. Я могу, у меня смог, Влад, надо реализовывать. Пофарми немного, давай. Фармлю. Блин, может в октарины выйти? А почему выйти? У меня скорость передвижения? Я не знаю. Ты рэмпэйдж вначале, по-моему, это сделал, потому что... Да, там, блин, он даже один уровень не апнул с этого. Да. Потому что я никого и не убил. Арка снизу. Давай, давай. Ну, а у нее щиток. Рановатенько чуть-чуть. Она мне тоже линку делает, без гений. Опять. Иду вот. А, понял. Ах, он. Ну, нормально. Поскольник. Да. Ну как же мы, дети же. Они все тут, они все, все сразу. Сваливаем. Вон в 200. Нашим рукой. Можно как-то на развороте, либо вон сверху. Сверху парень. Тарас, а мы с тобой можем вокера. Хорошо. Вокер. Пошли, пошли. Размансили, сейчас похилюсь. И там 14 минута, хочу похилюсь. Он умер, да. Ты что наделал? Он умер. Так, наверное, надо Сашу Яшу. А сколько мне много дают? 90. Надо Сашу Яшу собрать. Давай это. Либо Яшу Каю. У меня. Но лучше Яшу Каю. Ты можешь сбить ей блинк? Не можешь. Ладно. Хотя я его тут не сбивал. Могу куда-нибудь ТП-шнуться. Не ТП-шнуться, разбег взять. Да, пока нет. Еще 17 уровней. Так, ну если пока на некуда, я не так еще крипов пофармлю. Пойдем, Тарас. О, Тарас, ну, смотри, попа. Да, мы Сбор... ничего не сделаем. Нет, убьем. Пойдем и таргет. Там и квапа, и да, смелда, которая баба бьет. Больно, короче, осторожно. А, он вообще убежал. А, он теперь бежит. Ну, варды. Стоп, что тут, квапа рядом с собой была? Нам, но он же ушла. Надо кого-нибудь поубивать, очень хочу. Так варды вот тут-тут расставьте. Вон, попу через 4 секунды пойду. Есть я блинк на шейкер, надеюсь? Есть. Вот влети, да, и стан. Бегу на квапу. Или клопер. Клопер. Далеко? Хорошо. Инвокер. Так. А. Вот это мы определенно а вот точно это возьмем. Плохо. Как полезно иметь аганим на шейкере. Попал в нее стан, что он даже не забыл. Ну у нее щиток очень много и выйдет твоего стана. Да, ну, сбивать. Бегу. Зачем? Первая часть плана готова, Влад. Хорошо. Да просто отойти отсюда. Там эхо сейчас было? Да. Хорош. Крипов. Я надеялся, что я попаду, но я не попал. Я понял. Так, МК там ломает. Я ломал лицо. Но он везде варды ставит. Но он душный просто. Он не в кастомку играет. Он в интернешнл играет. Ладно, Дима, ты на самом деле хороший. Когда ты за меня? Так, подфармливать периодически это прекрасно. Не то. Так, ну и мы парочку Сашу Яш с
Саш, Яш. Яш, Саш возьмем, наверное, еще. Так, ребят, что там по замесу? Я варды, как тоже под на варды расставляю, что они вообще. Которые он хотя бы не спалит. Так, ну я, короче, свечу. Центрик сел купил. Свечу, свечу, свечу. Продлишь? Ну тут как бы и так нормально все. А нифига, я еще и добил. Нормально, стилер. Вот так вот, я тут такие крутые разбеги беру, а вы все забираете. А, Макар, ты куда побежал? Я все, я кайфую. Ага, а, Линка. Офигеть, побежал. Ничего, скоро тебе Линка твоя не поможет. Фора, фора. Помните, я говорил, что скоро я буду самым сильным на карте? Медасики. План был надежный. Почему был? Он до сих пор надежный. Главное, чтоб не подкачал. Да, кстати, ты прав. Ману можно заканчиваться очень быстро. Надо купить. Упоритенко. Ну да как он сейчас не умер? Так, ладно, давайте сделаем еще одну. Я шукаю. Просто чтобы дэмэдж какой-то был. Где они прячутся? Они все, они в лесу. Они сидят в лесу своему. Все, кайф. Так, 25. Варды повсюду. Урону. Смотри, смотри, реально сидит, потеет. Варды, варды. Еще вард. Пропал свежина, к сожалению. Я бы сейчас как ворвался. Мой вард еще не спалил. Так, наверное, пойду в викторины. Пока не буду Сашу Яшу собирать. Вот такой... Такой нехороший там на Боже, макаке, это вообще. На долю секунды до свидания. Появляется на карте просто. Я только на мини-карту его вижу и все. Нету никого. Сука. Мисклик. Нету линки. У тебя нету линки. Че, вард поставил? Хорошо. Да, сейчас чисто в акторинах нормально будет. Нет. Ой, блин. Прибыльное смесь занятия варды. Вот каждый один вард 700 голды. Да? Да. Хорошо. Опыт много дает. Экспы. Еще один акторин. Думаю, вот почти левел. Это сейчас скажешь прям классные цифры. 720 голды, левел экспы. Так, сбегаем, наверное, домой. Половиночку акторинов. Оп, минус вокер. Ой, сколько тут фарма. Я выехал. Куда там выехал? Нету тут ничего. На показалось. Охоту. На варды. Как же, ребят, надо вот эти вот, короче, места завардить. Кстати, пацаны, руно, руно, руно мудрости. Забрать надо срочно. Сейчас заберу. Берешь? Нет, не заберу, тут есть цель. А я не против. Он вижен, улетел. Сука, все с линками. Варды, 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 сиди, ломай. Ты хороший. Опа. Боже, как же это будет сложно управлять этим всем. Тут рядом с нами МК где-то. Пацаны, находка. Вот тут, где-то тут был только что. А сбей ему линку. Слышишь? Давай иду ВК. Показывать. Показываю. Здорово, Ванов. Опа. Алло, где он? Во-во-во. Показываю. Ну, так линку сбей. А, ну, сейчас. Потянуться. Не могу. Хватает, дай. Тебе надо какой-нибудь блинк. Смотри. Ладно, я нашел цель. Партизан. О, и зачем ты в него кинул? В смысле? Я выжить.
Жесть. Ты лучше крепать никого. О, нет. Там тоже линка? Там стяжка очень жесткая. Она прям очень далеко. Надоел. Ладно, тут у них крипы и вардов уже. Вот чё ты сюда не пошёл, а? Все своими линками. Ладно, так переедем. Уже подфриживает. Это я уже не вижу. Всё. Кайф. 23 уровень, ребят. 23. У кого? А, пассивки 23 уровень у меня. А, да? Ну, тогда я считаю, что... даст это... Соло? Ладно, нужен еще один актарин. И вот так вот. Друзья, буквально на 20 секунд отвлечемся от доты, у меня важная новость. Мы подключили новый платежный шлюз для Imba Steam, а это значит, что комиссия стала еще меньше, буквально одна из самых низких на рынке. Еще и раздачи добавили. Пополняя от 100 рублей, принимая участие в ежедневной Steam раздаче. Или же закидывая 1000 рублей, участвуя уже в раздаче 7000 рублей на твой Steam. Причем не важно, сколько раз ты пополнял, все билеты суммируются. А это значит, чем больше пополнений, тем больше билетов и, соответственно, шанс выиграть. Вот тебе еще и промо на первое пополнение с дополнительной скидкой. Ссылка на Imba Steam под видео. Да, с этими вардами, виженами и прочим. Иди сюда. Фейкер. Как ты меня тут сбил? Ладно, до свидания. О, гордый. Сложно управлять. У меня что-то прям с мышкой и с ковриком конкретно неприятное происходит. Есть чем линку сбить ему? Кому-кому? Кому-нибудь. Просто я уже полчаса разбеги не делаю. Мне скучно. Сейчас. Да стычек покупать надо. О, смотрите. О-о-о-о. Дарксира. О. Да там он без меня справляется. У меня просто плюс казуальный 5-6 тысяч фотона. Он сбил линку. Ай-яй, криво. А можно как-то сюда идти? Ну, хорошо. Я бы очень хотел. Все, у тебя там одни акторины? Так, ну мне еще 5 уровней как-то надо выфармить. И потом дальше уже как-то веселиться. Опа. Ой, я уже веселюсь. Ну тебе прикольно, ты тупо один скилл качаешь. А мне надо минимум 2. Ну а, не знаю. Ладно, шифт буду качать, так уж и будет. А что не первый? Пожалеть их решил? Не, ну шифт, чтобы не пришел будет. Воу, а что с ним? Он... Ахтарин не работает на эту вещь. На какую? О, на апнутую. На апнутый второй спал, его апнутый не работает. Купил себе 6 акторинов. Нет. Купил 6 акторинов? Зачем? Непонятно, да? Забирайте обратно. Вот для чего. Я этого сейчас увидел. 50 зарядов уже. Пока ты... Блин, вот как на расстоянии сбивать линку? Ребят, ну я далеко, но опыт не получаю. Вы там хоть предупреждайте. Хорошо. Мне надо, не надо, пожалуйста, в чатик что-то писать. Так, еще один уровень. Еще 2. Крипы, крипочки. Да я пытаюсь. Я ломаю. Зачем? Я не знаю, я просто все одно хочу сломать. Зачем? По приколу. Не прикольно. Все прикольно. О, инвиз еще больше.
Вот так стоишь, стоишь, смотри. Они на базе сидят, либо у нас где-то. Давайте проверим наш. Я по всей карте стараюсь бегать. Вы к базе, зачем их поджимаете? Не надо. Отпустите базу. О-о-о, Блаз. Где-где? Сзади тебя. Сзади тебя. А, ну... Успел. Пытаюсь бить кингу его. Сбил. Найс. Все. Все, я теперь бесконтрольно могу бегать по всей карте. О, так. Смотри, Влад. Что-что? Влад, 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 смотри. Куда? Ага, вот чел, побежали. А где он? Теперь можно просто вот так вот носиться. Неплохо. Только как этим управлять? Я стрелочками управляю. Опа. Влад кого-то нашел. Понеслась. Боже, это жестко. Так, ага, вижу цель. Подожди, а у меня сейчас... А, у меня сейчас не разбег. Так, вот. 0,4 секунды. Все, побежал домой. Так, мне Влад, надо... Влад, я нашел, Влад, я нашел. Сейчас, подожди. Видимо, не догоняет нас. Так, у меня теперь есть... Ага, я могу духа отправлять, но толку от него, наверное, о, нету. Так, тут, вот тут, это тут, мы тут, продаем. Тут. Покупаем себе еще тут, один. Тут. Скорость передвижения пусть... Хотя зачем? Так, ребят, ну, я побежал. Я, короче, бегаю по мини-карте. Давай. Давай. Так, здорово. Жесть. Просто как сумасшедший. Туда-сюда, туда-сюда. Дальше ищем. А он еще и сквозь препятствия пробегает. Подожди, они все живы. Давай, давай поищем их. Я их вот ищу. Опа. Кем зафармил кто-то? Я это делаю немного быстрее. Вот тут где-то был. Я за карту убежал! Ага, вернулся. Каким образом? О, Влад, я код нашел. Походу. Где? Вот где-то, на, вот в этом лесу где-то. Бегает. Не, нету. А я вот к папу вижу. Мне смог спал. Точно тут. Здравствуйте. Пробежали мимо. Может, там еще урон от баши сумасшедший? Алло, нашел. Опа. Лечу, лечу. Сейчас обратно. Так как тебя зацепить вот так вот? Я его просто зацепить не могу. Понеслась бешеная корова. Жесть. Там просто забегаешь к ним. Не зацепил одного? А, вот. Silence. Нормально. Ну, интересно, где им побегать. Похилиться. А нормально там вардов поставили, так, да? Так, ну что, друзья, на самом деле, как будто бы вот, веселый герой. Просто бесконтрольный разбег, ух, нифига меня там чуть не убило. Можно, в принципе, на этом и заканчивать. Надо только МК найти. Где-то да, он... Вот я вот занимаюсь этим. Ай. Так, тут парочку людей переехали. А я же могу не попасть. О, нашел! Куда ты за карту убегаешь? Просто жесть. Мимо проходил, называется. Сборочка. А еще и мувспид. Вы видите этот мувспид вообще? 4000. На уровне баланс. Баланс. Это очень жесткий баланс. Так, ну что, на этой прекрасной ноте. У кого у нас больше всех дэмэджа? У меня. Я заметил. Дамажит прям как сумасшедший. А у нас с руки вообще хоть кто-то собирался? У меня вот это очень сильно пробивает. У меня хп просто не было.
А сейчас я еще подать ничего не могу, поэтому так, сейчас я тут идем. Отобьюсь чуть-чуть. Ага, а почему он... А, я понял. Все, домой хилится. А что, не бежишь? Меня чуть-чуть забрали тут. Ребят, ну пушьте. А я пытаюсь, меня на базе держат. Меня на базе держат. Конечно, ваху. Что такое ваху? Попасть не могу. Попасть просто не мог. Ждите. Пару секунд. Все, я тоже лечу. Так, а кто у нас теперь там? Мне не Шейкер? Я... Да. Давай, Шейкер, бежим. У тебя много урона, давай я тебе вот так вот сделаю. А! Шейкер, живи. Ребят, снесите, пожалуйста, мне сейчас мочевой пузырь лопнет. Я пытаюсь. Тут я проблемка. Я тут держу самого плену. Дарксид очень сильно все потит. Да. Есть. Все, можно спасить. Да, ломай, ломайте, ломайте. Тотем 50 уровня. Где... А, я застрял. Делает, ничего не меняется. А, на байбеке теперь кулдаун? Ничего себе. А, он и был, просто 20 секунд. Ну, на все погнали пушить как-нибудь. Так, это будет, походу, очень долго. Это вот бесконечно, он вакуум. Давай, я сейчас бегу, пытаюсь сломать. Сейчас я тоже тэпнусь, сломать. Да, не работает. Где я? А, у меня оглушение какое-то висит. Это от вакуума. Так. Сейчас. Надо просто Саше Яшу собрать. Нет, это не работает, Влад. Не работает. А, бесконечный вакуум, я понял. На Сашу Яшу это не будет работать? Я алло, все, алло, ломайте, ломайте, у него не будет сейчас вакуума, не будет. Ломайте его быстрее, ломайте, ломайте, ломайте. Все, я тут не выпускаю их. Ломай, ломай, ломай. Я не могу, у меня... А я сейчас добавлю... Ай-яй-яй-яй. Бегу. О, нет, они смогли, а нет. Бегу, 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 все, сбил. Я держу их тоже. Ломайте, ломайте, у кого там есть чем ломать? Ломайте. У меня нет на базе денег. Все на базе. А ты их станешь, да? Да-да-да, я специально, чтобы уже смогли закончить. Вова застанил его. Не, братишка, ну ты куда? Побежали. О, крипы. Так, все, у меня теперь пассивный. Я держу, держу его, Стань, ломай, ломай, я держу его, Стань. Я тоже держу. Я просто так мимо пробегаю. Отлично, друзья, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка под видео. Я убежал, пока-пока.